Привет! Разберем песню Ани Лорак медленно. Посмотрим сначала аккорды песни. Тональность песни ми минор, ЕМ. Зажимаем пятую и четвертую струну на втором ладу. На картинке можно увидеть. Следующий аккорд Си минор, БМ. На втором ладу зажимаем. Третий аккорд это Д. Уже известный, я думаю. Дальше аккорд С. Можно остановить видео, посмотреть, как зажимается. Аккорд G. Аккорд АМ. И аккорд B7. В конце происходит модуляция в другую тональность. Это посмотрим позже. Песня начинается со вступления на двух аккордах. На E, M. И B, M. Вот такой вот бой используется в куплетах. Посмотрим правую руку, как играется этот бой. Медленно. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Три блока. Первый блок. Вниз, вверх, вниз. Второй. Вниз, вверх, вниз. Такой же, да? И третий блок. Вниз, вверх, вниз, вверх. Итого. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Легко должно быть. Автоматически работает правая рука в расслабленном состоянии. Первый аккорд ДМ. Из-за того, что у нас некоторые аккорды баре, некоторые простые, приходится блокировать струны по-разному, потому что там у нас в песне звучит коротко, то есть... Вот так должно звучать, а не так. Если не расслаблять руку, то аккорды звучат очень так слитно, что нам не нужно. Как в песне, там должно быть коротко сыграно. Как на простых аккордах нам блокировать струны, то есть после каждого удара. Вот на ЕМ я блокирую безымянным и мизинцем. То есть вообще не парясь, легко прикасаясь после каждого удара вниз-вверх. То есть следующий удар, каждый удар вниз я буду на блокированных делать. То есть вниз-вверх, вниз-вверх. В конце вниз-вверх, вниз-вверх можно на всех звучащих, а можно на два раза на звучащих и два раза на блокированных. Итого получается... То есть вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. На блокированных. Окей, на БМ так не нужно делать. Просто левую расслабляем при каждом ударе вниз. При каждом втором ударе вниз. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Расслабляем, да, левую руку? Видно? Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Итого в темпе. Это вступление. И тут же начинаем петь. Кстати, приглушение, которое мы делаем левой рукой, можно играть правой. То есть левой ничего не делать, а правой блокировать. Но это будет сложнее, то есть после каждого удара мы делаем блокировку. Вниз, вверх, блокировка. Просто прикладываем руку, чтобы не звучали струны. То есть... На ваше усмотрение, как хотите играть. Пробуем петь. Начинается за такта. Что петь в куплете и как? Пятая струна на втором ладу, четвертая струна на четвертом ладу и на пятом, то есть... Вот и все, допиваешь до дна всю любовь,
туда-сюда играем, то есть... Вторая, четвертая, пятая. Вторая, пятая, четвертая, четвертая, четвертая. Вторая, четвертая, пятая. Потом четвертая открытая, и на вторую надо. Вот и все, допиваешь до дна всю любовь. И под утро исчезну сквозь сон. Ты сыграл красивую роль. То есть второй лад пятый и четвертый струны. Открытая. Пятая струна на втором, на третьем, втором ладу. И не прочь. И потом в конце второй лад, пятый, второй лад, четвертый и четвертый лад. И не прочь. И то же самое поем. Вот и все. Допиваешь до дна всю любовь. И под утро исчезну сквозь сон. Ты сыграл красивую роль. И не прочь до конца. Ты красиво считаешь до ста. Обнимаешь его, как всегда. Только боль невозможно унять. И опять. Да, невозможно блокировать аккорды на D, на C, на G. Но что поделать? Хотя бы расслаблять и нужно те пальцы, которые уже стоят на струнах. Или хотя бы мизинцем доставай. Первые четверостишие остаются на АМ в конце, как уже заметили. За вторым разом уже с АМа на B7 прыгаем. И начинается припев. Еще раз, думаю, повторить нужно. Вот и все. Допиваешь до дна всю любовь. И под утро исчезну сквозь сон. Ты сыграл красивую роль. И не прочь до конца. Ты красиво считаешь до ста. Обнимаешь его, как всегда. Только боль невозможно унять. И опять. Пою как в оригинале, поэтому за вокал, надеюсь, не будете меня судить. А АМ, то есть... Здесь на АМ дольше сидим, то есть один круг аккордов, и один круг этого боя прогоняем. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, еще раз. Вниз, вверх, вниз, вниз, потом вниз, вверх, вниз, вниз. Получается, с АМ на B7 переходим. Вниз, вверх, вниз, вниз, один удар. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх. Это окончание. Вниз, вверх, вниз, и B7 вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Тут чуть-чуть другой бой. И начинается припев. Аккорды ЕМ, АМ, С, Б7. Немного, да? 4 аккорда. Бой такой вот. Девяточка, то есть. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Опять по блокам делим. Вниз. Вниз первый блок, второй вверх, вверх, вниз. И третий вниз, вверх, вниз, вверх. Соединим. Следующая крутая. С. Б7. Пробуем петь. Медленно, медленно, дрожь по твоим губам. Медленно, медленно, снова ловлю.
простишь, я прощу. И снова, как в первый раз, останемся вместе. Ничего сложного, просто выше поем. Что в голосе поется? Соль на пятом ладу четвертой струны. Четвертый лад. Второй. Еще раз соль, соль, соль. Фа дис. Ми. Медленно, медленно дрожь по твоим губам. Медленно, медленно снова ловлю твой взгляд. Дальше. Ты простишь. Четвертое открытое. Ты простишь, я прощу. И снова, как первый раз. Зажимаем четвертую открытую. Четвертая открытая. Потом пятая на третьем ладу. Третья на втором. Открытая. И на четвертом ладу четвертая струна. То есть ты простишь, я прощу. И снова, как в первый раз. Дальше. Останемся вместе. Четвертый лад пятой струны, потом пятый лад, третья на втором и на четвертом. Останемся вместе. И еще один раз прогоняем это, и можно петь. Немножко усложним вариант после ЕМа. Не АМ сразу идет, а еще вот такой вот ход, который вы наверняка слышите в оригинале. И потом только АМ идет. То есть ЕМ вниз. Вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Один раз нормально, второй раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть все то же, просто мы играем второй и четвертый лад на шестой и пятой струне, потом третий и пятый лад. Остальные струны открытые звучат, кроме четвертой струны. Ее мы блокируем мизинцем указательного пальца. Такой вот аккорд должен звучать. Тут и тут. По басовым желательно бить, чтобы прозвучал этот ход. Я ем. Медленно, медленно дрожь по твоим губам. Медленно, медленно снова ловлю твой взгляд. Дальше все так же, просто этот переход нужно сделать. Медленно, медленно дрожь по твоим. Медленно, медленно снова ловлю твой взгляд. Ты простишь, я прощу. И снова, как в первый раз, останемся вместе. И все, припев на этом кончается. Допеваем спокойненько. Начинается второй куплет. Здесь ничего не меняется. Такой же бой играем, но для примера все-таки я сейчас пою. Опять за такт начинаем. Вот и все, гаснет свет, твой спектакль прошел. Кто остался, кто просто ушел. Без обид, но сжимая в тиски свою боль. Вторая часть чуть-чуть по-другому играется в конце, смотрим. До конца все красиво считаешь, достать. Так обманчиво, так холодно. В эту ночь ты опять не одна. Не одна. То есть здесь нет перехода с АМ на B7 через удары. То есть один раз АМ и B7. Удары вниз тупо делаем и начинается припев. Припев мы этот прошли, он проходит один раз и дальше начинается проигрыш, который желательно сыграть на второй гитаре с другом. Пусть друг играет аккорды, а вторая гитара должна играть вот такой вот риф. То есть это то же самое, что в голосе пелось, и мы теперь играем здесь. Зажимаем пятую струну на десятом ладу и через одну струну, и через один лад зажимаем третью струну на двенадцатом ладу. Остальные струны, кстати, блокируем. То есть вот этим и вот этим пальцем. Только должны звучать вот эти две струны, пятая и третья.
играем вниз, вниз, вниз. Потом двигаемся на один лад вниз. Потом седьмой лад. Опять девятый. И снова вернулись на одиннадцатый лад. Футай, на десятый лад. И еще раз потом проходим. Еще можно вставлять вниз-вверх между этими ударами. То есть вниз, 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 вниз-вверх на блокированных. Вниз, 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 вниз-вверх. Так, девятый лад. Вниз, 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 вниз-вверх. Седьмой. Седьмой лад. Девятый. И десятый лад. Еще один раз. Просто другая гармония уже. Потом повышение начинаем седьмого лада. Все так же, через струну. То есть сначала седьмой лад, потом девятый, подольше, десятый лад и двенадцатый. И еще один раз. Ну, все по два раза. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Медленно, медленно, дрожь по твоим губам. Медленно, медленно, снова ловлю твой взгляд. Ты простишь, я прощу, и снова, как в первый раз, останемся вместе. Бой не поменялся, такой же. Думаю, все понятно, и на этом можно закруглять. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на Хижину Музыканта, обращайся с заказами по разборам других песен, и все у нас будет отлично. Успехов!